Как человеку хочется на родину? Как человеку хочется на родину? А сегодня еще такая 24 число. Хотя, может, он католик и празднует таким образом Рождество. Короче, говорит, давай, говорит, почищу дорогу, быстрее поедем. Ну, не знаю, быстрее, не быстрее, но на всякий случай. Быстрее, но раньше. Да, не знаю, куда я это вставлю, но куда-нибудь я это вставлю. Исторический факт, да. А так вот, притащил он свой мотор. Все свои собаки испытали сани, катятся сами. Так что вот так. Да-да-да. Так что вот так вот. Еще раз, 24 декабря. А я уже еду. Да. Прикиньте, человек из Архангельска прикачился. Снег почистить. Снег почистить. Здесь рыбы нет. Ну и как тебе? Все, ох, смотри, карась. Ну, тури, слышь, рыбу поймали. Сходили на рыбалку. А я говорю, рыбы нет. Не, на вторую не тянет. А зачем тебе вторая? И главное, до дна не доставай. Да хватит тебе уже. Если вы думаете, что он испытывает шуруповерт, то он испытывает этот самый переходник, адаптер. Покажи. Вот. Да, вот. Вот адаптер. Штука классная. Классная штука, ничего не вырывается. Не выворачивает. Да, Женя вообще при счастье. Видите, ничего не выворачивает, просто как оператор. Ты его покрутил бы из воды, то может еще и рыбу вытащишь. С другой стороны, видишь, у меня нет покрасок. Нет, вот видишь, оказывается, здесь трава, поэтому здесь и есть караси. А я говорил, рыбы нет, есть рыба. Это мы в преддверии поездки, состоится она в январе или нет, но очень хочется. Так, все, Женя будет теперь тут до конца дня. У нас есть еще небольшая работа. Нам надо еще запустить сегодня бензопилу. Пошли, Женька, пошли, все. Я пошел в гараж. Не тупи, ножи-то, не тупи. Дай стечь грязи, все. Ну что, ты счастлив? Да, он испытывал шуруповерт. Это было первое включение в боевую. Ну да хватит тебе уже вот эти, человек. Дайте ему удочку, он сейчас придет карасей ловить будет. А карась в натуре затоптал карася. Ну ладно, все. Давай, все. Мы идем в гараж. У нас там еще есть работа. Так, мы продолжаем готовиться к поездке. Меняем свечечку. Елочки. У нас тут штатный механик. Ну и снег кружится и тает. Есть немножко бензина, я гляжу, да, вроде? Сейчас посмотрим. Есть бензин, пробок. Что, будешь там заводить? Конечно. На улице минус 18. Возможно, я... Но бензином пахнет.
сходили в соседний гараж, стрелили маленькую отвертку, нам свою искать неохота. Женя так наугад что-то там покрутил, повертел, говорит, вот тут надо, говорит, что-то убавить, говорит, ну давай. Ой. Народ для разврата готов. Да.